Навести порядок на земле одна справа, другая умела его подтрымливать. Удельники областного штаба по добропорядкованию обмерковали выники этой работы на выездном посяджении в городском районе. Подробности у Татьяны Сергейчик. Основная инфраструктура агрогородка Аусянка городского района побудована у 70-80-е годы минулого стагодия. И, как подкреслили на выездном посяджении, с рациональным подходом до земли, дякуючи былому керовнику господарки, герою социалистичной працы Ивану Мельнику, теперь вязковцы старанно подтримливают парадок. В Овсянке очень интересный есть опыт. 2 года назад мы здесь проводили районные дожинки. Было ярко выражено желание населения участвовать, самим участвовать в наведении порядка и обустройстве, что оно приобрело такой системный характер и распространилось сегодня из одного конкретно взятого двора на дворовые территории, где есть сегодня многоэтажная застройка. До наведения парадку треба подыходить не только с пункту гледжения уборки смеття. У городском районе стараются асенсовано упрыгожить все вокруг. Так, на место старой плитки на будинку дитячего садка теперь малюнок от выкладчиков школы мастерства. А у школьном дворе заявился корабель. Успели поставить его к последнему звонку. И праздник начинался с корабля. И, да, и весь сценарий последнего звонка, скажем так, был связан с кораблем. Гэтыя композиции так само зробили жильцы. Мы здесь родились, здесь наши детки. И поэтому вот все мы так активно пытаемся все это поддерживать. Люди у нас здесь живут понимающие. И в личной беседе, и разъяснительную работу, и своим личным примером. Но актив всегда есть. Вот актив идет за собой. Горки, бодай, один из показальных райцентров по добропорядкованию. И тут показали, как с минимальными затратами и умелой организацией населения навести порядок на земле. Везде у нас такой идеальный порядок. Ну, может быть, с уверенностью скажу, что пока, наверное, рано говорить, что он такой вот везде. Но скажу, что активность гораздо возросла. И сегодня, наверное, сказать даже трудно, где районы, где, ну, наверное, очень уже плохо или ничего не делается. Уже, наверное, таких районов у нас не осталось. Удельники посяджения отзначили, у наведения парадку повинны быть затекавлены все структуры. Тогда и выник будет видовочный. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, новини региона.